площадь экспозиции города-курорта более 170 квадратных метров. В этом году Анапу на главном региональном форуме представляют два десятка предприятий. Виноделы, производители продукции из рыбы и морепродуктов, изделий из народных промыслов, а также продовольственных товаров. В ассортименте пельмени, сыры, кондитерские изделия на основе халвы в оригинальной упаковке. Мы построили новую кондитерскую фабрику, которая способна в сутки дать 10 тонн конфет. Сегодня 3 тонны. Продаем по сетям, по санаториям. То есть продукция основана на халве в шоколаде. Если будет возможность у вас, вот вы с Юрием Александровичем попробуете с чаем. То есть это новая продукция, которая в Анапе. Развиваем рынки, будем поставлять не только отдыхающие, но и производство.